Так, ну блин, классные места. Опять куда-то мы вверх заехали. Пытаемся вернуться на место, откуда приехали. Там есть лужа, где покататься. Просто шикардос. Ну да, вот мы тут уже где-то были в этой стороне. Кружок просто сделали. И ленты опять на деревьях. Трассу обозначают. Мотоциклетную, наверное. Так, опять мы вниз. Без камеры. Без камеры легче управлять. Так, ну тут такой спуск, я смотрю, веселенький начинается. Сейчас я... Отпустил я их. Да, такая колея тут. Судя по ширине колеи, то от квадроциклов похоже, потому что иначе тут не накопаешь внедорожниками. Во-первых, шире, во-вторых, хрен заедешь, когда скользко с весом. Шикарные места. Тут бы зимой катнуть по снегу. Или когда скользко. Наверное, весело было бы очень. Когда мокро, наверное, не заедешь. Камней нету. Чистая глина. Да, трасса отмечена. Кстати, вон, видите, ленточки. Момент кто-то решил позвонить. Это Макс, алло. Да, мы тут чегерями еще тут где-то спускаемся по каким-то крутым горкам. Ага, ну мы пока еще не очень близко сейчас. Спуск тут такой жесткий. Типа того, что был уже раз, похоже. Что я висну. Висну даже на спуске, повис. Повис, ладно, давай. Слепой подоспел и тащит меня назад лебедкой. Саня меня оттаскивает. Так, все, поехали. Саня, подтяну. Ох, колея какая жесткая тут. Все, полетели. Да, трасса отмечена. Так, говорят, есть дорога низом. Хорошая горка тут. Блин, это кажется, та горка, есть видео, это здесь слепой зимой не мог заехать. И камера ее не передает. Да, это она, я ее узнал. Так, горка посерьезнее здесь. Камера, как обычно, не передает, но смотреть страшно так на нее. Вот это стрёмно, блин. Блин. Спускаться не надо. Надо с той стороны отъехать.
Так, а может там с той стороны подогнать? Скажи ему в рацию, чтобы не шевелился. Слепой может показать высший пилотаж. Я тут обу вперед попробовать? Ну, вперед, вперед попробовать туда топкануть. Блин, шишигу мы еще не переворачивали, да, вроде? Рус, эксклюзивные кадры, бородач проспал, говорят. О, блин, слепой. Блин, уклон тяжело пешком идти, блин. Саня, Вова, руль вправо и назад по чуть-чуть. Руль вправо и по чуть-чуть назад, да, медленно. Давай, 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 хорошо все. Блин, жесть. Все, уже в колее. Все, хорошо. Руль левее, Сань. Какой неприятный момент, я вам скажу. Андрюха! Андрюха! Колея тупо каток. Скажи, чтобы на 0,5 спустился и заедет тогда. А да еще чуть, потому что вообще ничего не сплю сейчас. Кто тут? Спустись на 0,5. Она так, так не заедет. Ну она не плющится, колеса вообще. Может они подзамерзали. Краны позамерзали, да? Могла вода. Могла, да. Ну сейчас плюс вроде почти. Ну хотя лед, да, сразу не растает. Спускаются, не видно. 0,5. Давай 0,1. Давай 0,2. Ну, 0,27 давай. Смотрите, у слепого тут новые конструкции. Специально лапка на колесо. Что, шлепанец там есть? А, там шлепанец внутри. Спрятан, да? Я вот шел только что по колее. Ну просто разгон. Ну что, страшно было тебе или нет? Честно, было, когда мы там развернуло нас. Жесть. Чуть-чуть. А ну подожди, седина проступила или нет опять? Опять нет. Короче, давай, слабо жжешь, давай. Пока не посидеешь, будешь заезжать. Не плющится ничего. А что заднее? Заднее сплющилось. О, заднее. О, заднее хорошо. А переднее что-то не очень. А ну проедь чуть вперед. Саня, дай это, задави его. А ну все, отходи, отходи. Ну да, переднее что-то как-то... Кран замерз, да? А с той стороны посмотри. Нет, тут спустило хорошо. О, тут хорошо с этой стороны. Хорошо, правая, левая передняя твое надо. Давайте я тоже, я уже Ну что? Решил задавить этого. Снежного. Да пнем. Пень, да, точно. Так, слепой. В смысле, я его вот так обошел. Пень? Да, ты видел, передние с одной стороны, задние с другой стороны пенька. Да, да, да. В Эмиратах по песку люди в гору едут на патрулях. У нас на шишиге по снегу. Красавчик, идет уверенно.
Если выбьет, главное успеть убежать. Да, блокировочки. Снайпер, доставай это, просходи, поливай колесо. Снайпер нахрена выглянул, блин. Ну, бензин закончился. Это снайпер виноват. Аэродинамика была нарушена. Вот, успешно, срыв, пошел. Да, да, пойдем. Ну и чем это все закончится? Ну, блокировки работают, но тронуться да масса большая. Иду толкать! Становись лагерем, Саня! Да, плющится хорошо. Попробуй чуть назад и потом вперед. В колее безопаснее, конечно. Колесом по целине пустил. Там более скользко. Саня, по колее попробуй. В Африке так руки не мерзнут, как здесь. Теперь ровно руль, Саня, ровно, да, все, едь назад ровно. Еще дерево кто-то посадил. На дороге практически. Мешает слепому. Сейчас давайте я ему перебегу дорогу, может будет легче. Все, слепой сдался. Хотя шел хорошо. Сейчас попробуем уговорить его. Ну вот известный внедорожник. Вес небольшой, залетел. Пытался задавить опять меня. Мы поедем с тобой наверх? Да. Да? Хочу камеру держать. Заехал.
Или потом, после обеда поедем уже? После обеда давай покушаем, чтобы не так страшно было. Ну, такая Элька поедет или нет? А Элька нет, конечно, не поедет. Не? Чего? У нее зимняя. Если спуститься, заедет легко, кстати. Да, она не поедет, потому что она заедет легко. Ага. Так, а что Крис там? Что-то я не пойму. Застрял? Это уже снимать не надо, там уже все. Там он сейчас говорит, я сейчас застрял, и все, нам надо греться, чтобы не замерзнуть. Помощь придет не скоро, и все. Да, тяжелая концовка. А блокировка, если включил, выехал бы, задняя не работает. У него рации нету? Газюры. Блин, что-то колесо проваливается, правая сторона. Там уже все в каток раскатал. А он. Правее, да. И все. Вот этот маньячело заехал. Крис говорит, есть низом дорога выехать туда. Леха, ну, сейчас-то тут не сложно, а зимой было жестко. Вообще не передает камера, она тупо в два раза круче, чем вы ее видите. Саня, это ж твоя горка. Ты узнал ее? Там, где зимой ты не можешь заехать. Где тебе хорошие комменты пишут. Что там за криворукий пилот сидит, не может заехать. Ну, говорю, на камеру, посмотри на камеру. Вообще ни о чем. Ты туда спускаешься, очко от сиденья. Так, а снизу посмотреть, какая жесть. Не, ну, не смотрится. Она нормальная. И зимой, и летом. Да, и вон мы там правее. Помнишь, где-то тебя сбрасывало? Ты правее его там шел. Или здесь тоже шел. Вон есть альтернативный маршрут. Поехали по альтернативному. Не, ну, для внедорожника она сухая. Сейчас несложно. У камеры, ну, ровно в два раза вот она меньше показывает, камера ее. Серьезно вам говорю. И там, где Саня не мог на нее зимой заехать, я вам скажу, тут такая серьезная жесть. Я тогда на Гранде был, и было очень сложно на нее попасть. Я уже не помню. Но есть видео на канале. И мы сейчас поедем. Да, вот тут катались тоже, вон есть какие-то следы от мотоциклов. Ну и мы тут пытались ездить. Ага, вот ребята, где? Ну тут я даже на второй еду. Сцепление можно немножко. Там, где первый раз не заехал, можно было сцеплением подрегулировать и заехать. Немножко подпалить, но ничего, ну это не Таврия, тут есть запас. Да, такая тенденция к засухе идет приличная. И зимы толком не было осадков. Были чуть-чуть, но мало. И осенью не было, и лето. Что-то вообще, что-то на земле меняется. Так, вот мы и вернулись на место старта. Какими-то замысловатыми маршрутами, но вернулись. Вот такой аппарат. Это такая красная машина.